Давайте тепер до Ради. Ви ж депутат, та я запитував вас, що ви так швиденько через блок Петра Порошенка пройшли. Але тут питання по Раді і коаліції, ті події, які вчора відбувалися, зокрема голосування за уряд з пакетом. Да. Так це відбувалося. Это безобразие. Что говорят в Раде, что вы чуете там в кулуарах, не знаю, от коллег? Ну, давайте я сначала расскажу о нашей позиции, ну, как мы относимся к этому. Вы голосовали против, если я не помню. Мы воздержались. Ага. А чему утримались, чему не против? Утримались, это, знаете, так ни туда, ни сюда. Нет, нас просто-напросто все эти происходящие события поместили в том числе в когнитивный диссонанс. То есть мы прекрасно понимаем, что фракции... Не надо говорить фракции, условно, политические силы и отдельные их представители, входящие в правящую коалицию, заинтересованы в том, чтобы представить нас, знаете, как маргиналов, которые все время против, а Баба-Яга против. То есть мы прекрасно понимаем о том, что стране нужен кабинет министров. Мы прекрасно понимаем о том, что, ну, наверное, 80% людей, которые входят в этот кабинет министров, люди достойные. Ну, может, за исключением там отдельных персонажей, типа господина Ващевского. Но и при этом мы прекрасно понимаем, что голосование пакетом – это нарушение принципов, которые декларировали все эти товарищи, которые в том числе пришли во власть. И, соответственно, нам нужно выразить каким-то образом свою политическую позицию по этому поводу. То есть мы находимся в какой-то степени на растяжке. То есть мы понимаем, что в стране в военное время – жизненно необходим Кабмин, но в таком позорном, безобразном виде, как за него голосуют, мы голосовать не можем. Поэтому мы воздержались. При этом мы проголосовали за Полторака и за Климкина. По той причине, что это достойные люди, и по той причине, что их вынесли на индивидуальное голосование. А с пакетом все очень понятно. То есть люди, которые входят в коалицию, до такой степени не доверяют друг другу, и они понимают прекрасно, что если они начнут голосовать индивидуально, то за кого-то зал не проголосует. И, соответственно, они решили нам презентовать правительство в пакете, завернуть его в красивую бумажку и положить на стол. Мы с этим не согласны. Ну, это знаете как, если мы все говорим о том, что надо жить по-новому, давайте себя начинать в первую очередь.